Минстрой России опубликовал индекс качества городской среды за 2019 год. Оценивались 1115 российских городов. В их числе 5 городов Чувашии, Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Ядрин. В сравнении с прошлым годом они улучшили свои позиции, набрав больше баллов. В Приволжском федеральном округе Чувашия заняла первое место и 9-е в России. А столица республики удостоилась первого места в округе среди крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона. Человек.